Друзья, вспомните, как часто вы приходили на первый оздоровительный курс и начинали заниматься своим здоровьем. Вы получали первые результаты и радовались им. Но начав заниматься самостоятельно дома, почему-то происходило торможение, результаты не двигались с места. Или бывает так, что вы получали результаты на курсе, но дома, оставшись один на один с собой, вы бросали занятия. Что не так? Почему такое происходит? Об этом мы с вами поговорим и разберем возможные ошибки, почему человек не достигает результатов по здоровью, когда начинает заниматься самостоятельно, на марафоне, который будет посвящен курсу «Эмоциональный интеллект». Марафон состоится 15 января, и у нас будет 4 потока, 4 занятия. С 8 утра, с 11 утра, с 15 и с 19.00. Марафон будут вести разные преподаватели. Я с вами буду с 19.00. Регистрация на марафон в описании под данным видео.